Ребята, добрый вечер. Как меня слышно, видно, открыто ли окно, все ли окей? Напишите в чате, то есть, как меня слышно, видно ли все, не тормозит ли трансляция. Все окей, все хорошо слышно, видно, так идет немного задержка в видео, но ничего страшного. Мы на прошлом уроке остановились на том, что мы рисовали меч, то есть это мы использовали hand painted текстуры, попытались использовать PBR материалы, но на прошлой лекции у нас были технические неполадки, и поэтому материалы в принципе не сработали, и мы не смогли посмотреть, какие эффекты можно добиться с помощью данных материалов. То есть сегодня мы пройдем, что такое вообще PBR-текстуры, как они различаются, для чего они нужны, и как мы это все мы сможем экспортировать потом в SketchFab. То есть финальным результатом мы перейдем в SketchFab. Если у нас останется время, то мы начнем уже делать игровую локацию. То есть, получается, план второй аттестации состоит из того, что мы сделали игровую модель, закончили текстурирование, закончим, сдадим в пятницу. И в пятницу также вы должны показать выбранные вами референсы игровой локации. Ну, это, например, может быть очень сложный какой-то объект экстерьера, где есть интересные детали, которые тоже можно использовать hand-painted текстуру. Также это может быть игровая локация любой понравившейся вам игры. Влад вам закинул примеры референсов, которые вы можете посмотреть и вдохновиться. В принципе, работы будут такого рода. Но сейчас мы вернемся к нашей модели оружия. Мы здесь не все оттекстурировали. На основе прошлых практических занятий задавалось очень много вопросов, как же рисовать прямые линии по модели. Оказывается, это не так уж и сложно. Можно использовать Paint Tool, либо можно использовать, если мы выбираем кисточку и какой-либо слой. Так, я сейчас создам слой. Вот мы выбираем пустой слой, выбираем цвет, например, которым хотим нарисовать эффект, и нажимаем вот в эту область. И тут, помимо того, что можно выбрать характер кисточки, можно еще выбрать прям прямую линию. То есть вы рисуете два вертекса, сначала один, потом второй, и все, у вас прямая линия готова. Также убираем depth. Там можем убрать specularity, металличность, roughness. Можно даже потом продолжить рисовать, в принципе, как две точки. Нажимаете Enter или просто возвращаетесь потом в режим кисточки. В принципе, благодаря данным эффектом можно рисовать прямые линии, то есть на прошлом уроке, например, очень было сложно нарисовать клинок. Но сейчас вы можете с помощью полученных знаний улучшить текстурирование ваших моделей. Также можно использовать определенные паттерны. Например, если эти паттерны вы можете загрузить, то есть у вас должен быть черно-белый рисунок, если, например, вы в Photoshop создадите какой-то логотип, или даже не черно-белый, например, а какой-либо, не знаю, орнамент, то вы можете просто использовать и добавлять какие-то такие элементы на вашу текстуру. Это могут быть, например, если это скандинавский меч, это могут быть руны, и прочее. Также руны можно нарисовать с помощью более ровных линий. Это могут быть многоугольники, может быть круг. То есть можно просто открыть это окно и выбрать, какой элемент вам нужен. Так,
То есть это касательно того, что мы задавали вопрос, как же рисовать прямые линии в 3D-коде. Потом были еще другие вопросы касательно, ну, более таких сложных. Так. Как настраивать потом текстуры в Maya? То есть мы это тоже придем к этому вопросу, когда мы немного закончим нашу модель. То есть, получается, в Maya можно тоже настроить хорошее отображение вашего объекта. Вам нужно будет в сцене сначала выстроить свет. Но сейчас мы к этому еще вернемся. Если, например, у вас открываются не все вкладки, то есть, когда вы работаете со смарт-материалами, то потом некоторые вкладки отсюда пропадают. Вообще можно использовать очень хороший тул, это Reset All Pages to Default. Тогда у нас, в принципе, возвращается вкладка Surface Material. Я сейчас хочу включить остальные объекты. То есть на прошлом уроке мы пока занимались только клинком. Но у меня объект, он состоит еще из других деталей, которыми тоже следует заняться. Например, на референсе эта деталь у меня золотая. Для золота я могу использовать несколько стандартных материалов. То есть я могу выбрать как вкладку, так и просмотреть материалы, просто используя открытые дефолт материалы. Но, думаю, для золота можно использовать металлы. Я открываю металлы, и у меня здесь огромное количество интересных материалов, которые можно использовать. Например, я могу взять вот этот материал. Если я его кликну... Сейчас компьютер немного подумает... Данные материалы, они требуют просчета определенных мапов, таких как Curvature, Baking и Ambient Occlusion. Данные мапы, они запекают освещение и какую-то кривизну объекта прямо в текстуру. То есть, получается, на основе вот этих мапов, которые сейчас идет Baking процесс, у вас данные детали переносятся в материал. То есть это уже идет основные моменты, которые связаны с PBR материалами. То есть это physical based rendered материалы. Также вы можете посмотреть в левом верхнем углу, что сейчас происходит с 3D-кодом. То есть получается, сколько процентов проделано работы. Пока сейчас идет просчет. Я открою Maya, то есть сегодня к концу урока мы, в принципе, научимся, как во viewport видеть ваши материалы, металличность и как настраивать несколько PBR материалов. То есть, получается, мы сейчас использовали такой сложный, многослойный объект, который состоит из раз, два... Так, это к нему не относится. Раз, два, три, четыре. Четыре карты текстуры используются на данном элементе, то есть золото. Я пока закрою Maya. И закрою временно Photoshop. Также хочу отметить, что вы большие молодцы, что разобрались за неделю с 3D-кодом. Многие очень хорошо с ним справились. Остальные, думаю, благодаря этому уроку, посвященному еще раз 3D-коду, смогут разобраться и сделать очень хорошие материалы на ваши объекты.
То есть, получается, у нас сейчас все просчиталось. Мы возвращаемся во вкладку Layers. Мне нужно будет создать еще один слой, куда у нас пойдет материал, который мы выберем из смарт-материалов. Можно его переименовать как Gold. У смарт-материала есть превью. То есть, получается, если я открою вот этот закреп, то я могу посмотреть, как данный материал будет выглядеть на объекте. Это только посмотреть, то есть это сейчас пока не применено к объекту, но в превью уже можно использовать. Прежде чем вы будете добавлять смарт-материал на объект, можно будет поработать с этим смарт-материалом, то есть у него есть scale. Я левой кнопкой зажимаю и двигаю. И таким образом я могу сделать мельче, либо крупнее детали этого материала. Я могу двигать эту текстуру и map. Я могу ее вращать. И я могу ее скейлить. Делать крупнее или мельче. То есть получается с помощью вот этих объектов, вот этих манипуляторов вы можете подобрать более лучший вариант отображения на вашем объекте. Если вы сделаете неправильно развертку, то материал будет кривить и неправильно отображаться на объекте. То есть его текстура не ляжет красиво. Поэтому основное правило — всегда проверяйте ваши UV-развертки перед тем, как переносить в 3D-код. Далее вы можете просто свернуть этот объект, возвращаетесь к выбранному материалу, нажимаете правой кнопкой мыши и делаете Fill Whole Layer. То есть вы просто применяете этот материал ко всему слою. Но также перед тем, как, например, применить, вы можете открыть смарт-материал и внести в него изменения. То есть вы можете поменять цвет деталей. Например, можно войти в белый, либо голубой. То есть все зависит от вашего референса. Смотрите на референс и повторяете примерно, какого эффекта вы хотите добиться. Ну, например, можно использовать более светлые, или более темные. По-моему, даже очень интересно, если взять края темным. Это как будто бы ржавое золото. Нажимаете ОК. Можете заменить основной цвет. Но, думаю, я основной цвет не буду трогать. Также вы можете, если меняете объект, меняете сам материал, нужно сделать обязательно другую копию его. Например, переименовать. Также можно использовать Overlay Displacement Scale. Ну, в принципе, это сейчас здесь не применяется. Это очень хорошо будет наглядно видно, когда мы сейчас добавим еще какой-нибудь материал на этот слой. Можно назвать Save as New. И тут ниже у меня должен появиться этот материал. Вот, он сейчас выбран. Появился новый материал. И теперь уже новый материал я заливаю на Fill Whole Layer. Таким образом, у меня данный материал применился на весь слой. Но я могу просто скрыть оставшийся объект. Поэтому мы использовали разделение по материалам на разные объекты, чтобы каждый материал, layer, получал свой... Каждый объект получал свой материал. Таким образом у нас получился вот такой элемент золотой. Теперь я могу ему добавить еще, например, каких-либо деталей. Я просто создам новый слой. Могу назвать Gold Details. И я пойду, наверное, посмотрю, какие есть дефолтные материалы. Тут есть полупрозрачные. То есть полупрозрачные материалы, они добавляют какие-то эффекты. Например, есть такие, как dirt, грязь. То есть можно наложить какие-то царапины, трещины на ваш объект.
Можем посмотреть, например, вот этот материал. Если мы добавим какие-то потертости на ручку, то он будет выглядеть вот таким образом. Или можно, например, посмотреть другие материалы. Вот, например, этот материал, он, в принципе, не сильно добавил эффекта, но дал такие более интересные блики на материал. Также в мае, то, что я вам открывала, показывала, я использовала данный материал, то есть он тоже золотой, я его использовала из синего, просто заменила цвет, создала другой материал. И у меня получается такая уже ржавая старая ручка. То есть, как мы в играх, в принципе, и создаются текстуры более сложные такие для объектов. Они используют один какой-то материал и начинают добавлять на него определенные детали. Ну, в принципе, это интересно. Я оставлю его. Сейчас выберу другой слой. Gold Details. И нажму Fill Whole Layer. Так, закрываем эту вкладку. У меня сейчас включен Lambert 5S. Так. Можно даже делать, то есть если у нас Gold Details слишком ярко выражено, можно менять opacity, например, поставить определенное количество процентов. В принципе, 100% тоже подходит, смотрится неплохо. У нас такая очень-очень старая ручка получилась. Но зато очень много карт нормалей и разницы высоты. Теперь попробуем экспортировать этот объект из 3D Code. И все же можно попробовать использовать резинку, чтобы убрать с другого объекта. Давайте лучше сохраним как резервную копию. Это важно всегда сохранять резервные копии, даже если что-то пойдет не по плану, у вас есть бэкап. В принципе, мне кажется, нужно использовать не whole layer. Так, сейчас, секунду. Restore page to the default. В принципе, это очень удобно. Можно сделать сейчас. Attach to current layer.
Нет, current layer не срабатывает. В общем, когда вы используете смарт-материалы, лучше разделять отдельно в сцену, то есть ваши кусочки объекта. Таким образом, вы можете просто получить отсюда текстуру и перенести ее в Maya. То есть текстура экспортируется, не задевая другие оставшиеся объекты. То есть такое бывает. То есть одно настраиваете, другое может покоситься. Поэтому нужно быть осторожнее и сохранять бэкапы. Я сейчас попробую включить еще остальные объекты. Так, я сейчас немного снижу битрейт для того, чтобы у нас соединение не прерывалось. Так, все, интернет немного тормозит. Давайте лучше работать поэтапно с каждым кусочком модели и переносить текстуры. То есть, получается, для того, чтобы не заменять потом весь объект. Ну хотя мы можем применить на данный слой. Давайте сделаем fill the whole layer. То есть как это срабатывает, как это работает. Так, он сейчас применит изменения и вернемся к голду. Так, закроем этот материал. Вернемся к нашему 5S. Вот. В данном случае все, в принципе, было нормально. Единственное, вот этот кусочек у нас, мы выбираем handle и стираем с него текстуру. В любом случае, главное не запутаться в слоях, которые у вас есть. Видимо, каким-то образом у меня были включены слои других, ну, других частей, и поэтому у меня материал заменился. То есть с этого кусочка я убираю данный материал. Можно даже открыть текстуру. Ну, здесь что-то не отображается.
Так, все, в принципе, почистили. У нас есть текстура ручки. Кстати, на ручку, мне кажется, нужно будет еще добавить немного потертости. Я сейчас создам новый слой. Скрою объекты, которые мне сейчас пока не нужны. И еще добавлю на ручку какой-нибудь слой потертости. Так, где наше окно превью? Так, почему у меня превью не отображается? Ну, окей, попробуем посмотреть. Здесь более-менее подходящий. Думаю, я возьму... вот этот материал. И сделаю fill the whole layer. А, окей, большое спасибо. Да, действительно, окно превью открылось, когда мы выбрали кисть. Попробуем этот материал. Откроем его эдитор. Вы можете создавать сами несколько материалов, то есть выбирать какие-то текстуры, паттерны и применять их к определенному смарт-материалу. Да, здесь как в Substance Painter. Так, ну, в принципе, этот материал что-то не очень подходит. Давайте возьмем какой-нибудь дефолт. И вот этот Dust. Сделаем Fill Whole Layer. И у меня здесь появились такие потертости. Кусочки грязи на объекте, то есть если я скрою этот слой, то у меня будет чистая кожаная. Если закрою, то такой эффект. И я еще хочу добавить немного ручного рисования. Верну opacity поменьше. Возьму еще один слой
Например, 14. Уберу у него depth, roughness. И я хочу просто прорисовать немного глубину, то есть тени. Мне нужно opacity совсем маленький поставить, 20, например. И просто прорисовать прорисовать эти кусочки как тень. То есть смарт-материалы в 3D-коде можно использовать разными способами. Можно сочетать это вместе с кисточкой. Можно их сочетать сразу несколько. То есть вы берете свой референс и смотрите, как можно добиться определенного эффекта, который у вас на картинке. То есть сейчас я просто пробегаюсь и углубляю тени на моих изгибах. Также можно не только тенью пробежаться, но и, например, каким-то светлым объектом, светлой кисточкой и добавить бликов. Где-то что-то стереть, то есть получается тут такой же эффект, как и на фотошопе. То есть у вас есть слои, и вы эти слои можете... так, соединение у нас сегодня немного лагает, пожалуйста, такое бывает. И еще можно добавить немного светлых теперь кусочков. Таким образом, когда мы используем несколько материалов на одном объекте, объект становится более детализированным и финализированным. То есть это намного удобнее, чем мы просто наложили какую-то сэмпл текстуры затайленной, как мы это делали на первой аттестации, когда использовали просто текстуры. Так, все. В принципе, с ручкой я закончила. Возвращаем наши объекты. Так, вот. Золото сохранилось. Ручка сохранилась. Листочек можем тоже покрасить. Так, я хочу его назвать. Для него можем тоже какой-нибудь стандартный материал взять. Или, например, какой-нибудь... Кстати, можем попробовать Wood применить к нашим лианам.
Так, все-таки попробуем стереть. Да, текстура наша сохранилась. Так, чтобы сейчас не задеть, я лучше скрою объект и сотру то, что у нас запачкалось. А, кстати, я думаю, меч можно тоже доработать. Так, седьмой слой, шестой слой. Это уже относится к нашему мечу. Я сюда сейчас добавлю еще один слой. Нет, не сюда. Чуть-чуть ниже. Под наши детали я добавлю сюда еще один слой и возьму какой-нибудь металл. То есть, чтобы у нас в основе лежал определенный металл. Если сделать непрозрачность ко всем остальным слоям, то у нас получится интересный эффект. А что самое главное, если мы будем использовать Smart Melt под Painted текстуру, то у нас получится Bump Map эффект, то есть добавится. Вот этот материал мне нравится. Я сделаю Fill Whole Layer. Так, выделен у нас 16-й. Попробуем сделать Fill Whole Layer. Подождем, пока применится. Ребятка, кстати, скажите мне, сейчас трансляция нормально идет, то есть получается интернет немного лагает по вечерам, и вы мне пишите, если вдруг что-то прерывается, то есть получается, чтобы мы не потеряли никакой нить разговора. То есть вот, я добавила металл под нашу кисти, и у нас сразу получилось такой эффект бампа. Ну, таким образом. Смотрится гораздо лучше. И думаю, я его оставлю. И некоторые слои можно сделать прозрачнее. Например, 14, четвертый слой можно. Так, его можно подвинуть. Второй нам нужен. Четвертый нам тоже нужен. Давайте его опустим ниже третьего слоя. Сохранимся. И все, в принципе. Главное, у меня теперь есть такой эффект металла. Спасибо за фидбэк. Так, продолжаем. Интернет-соединение хорошее. Так, ручку мы сделали. Посмотрим все объекты вместе. Ну, уже более-менее появляется какой-то такой интересный результат. При желании можно еще на gold тоже добавить бликов или каких-нибудь тоже hand-painted узоров для того, чтобы весь меч смотрелся в едином стиле. Так, давайте теперь посмотрим на наши лианы. Пятый слой тоже скрою. И ручка это у нас была. Восьмой, нет. Четвертый там тоже не нужен. Одиннадцатый пока не нужен. Шестой. Вот, у нас есть лианы. Возьмем их все скопом. Вернемся на новый слой.
Итак, у нас есть Вуд. Посмотрим материалы, которые касаются Вуд. Какие нам более-менее подойдут? Видите, насколько влияет развертка на отображение текстуры? То есть получается... все отлично, спасибо. Отображение по текстуры очень... Направление, точнее, развертки влияет на отображение текстуры. То есть мы развернули это автоматик маппингом, и поэтому, в принципе, у нас... Вот эти деревянные побеги, они накладываются таким образом. Да, opacity действительно влияет. Мы можем, например, взять какой-нибудь материал, но потом его немного скрасить. И все-таки лучше нарисовать данное дерево вручную, прям кистями по направлению и прорисовывая вручную его выемки. Тогда будет красивее смотреться. Ну, пока мы тогда оставим данный объект. Ну, то есть, получается, здесь мы будем делать по аналогии с мячом, зальем одним цветом и начнем уже кисточкой прорисовывать все зазубринки данного объекта. Например, у меня reference выглядит вот таким образом. И тут прям видно, что у нас нарисованы все вот эти сучки, направления. Так, все, мы опять в эфире. Хорошо. С текстурированием объектов мы примерно имеем представление. Давайте теперь перенесем эти объекты в Maya. Ну, можно единственное сейчас покрасить. Ой. Надо быть осторожным, то есть можно легко заехать на другой объект. То есть, особенно когда у вас компьютер подтормаживает, поэтому их лучше скрывать или потом работать резинкой. Roughness я ставила на 30, но он решил, что нужно назад это вернуть. Возьму более светлый цвет, но больше к желтому, потому что у нас это листочек. И начну прорабатывать детали. Так, выверну opacity поменьше, подкрашу примерно вот так. Нет, мне нужно еще opacity еще меньше.
И возьму более темно-зеленый. И уменьшу кисточку, радиус. О, кстати, здесь теперь можно применить наши новые знания, то есть как рисовать линии. Escape помогает выбрать другую точку. То есть я нажимаю левой кнопкой мыши, правой кнопкой мыши, и далее Escape. Так, можно увеличить, в принципе, непрозрачность и еще раз пройтись по объекту. Так, ну, в принципе, листочек у нас готов. Такой не очень яркий, более-менее реалистичный. Я сохраняюсь. Так, и теперь мы начнем переносить все наши текстуры в Maya. Для этого я сейчас создам определенную папку, где я буду сохранять все текстуры. Да, радиус влияет на толщину линии, вы правы. Можно радиус даже контролировать в процессе, то есть вначале это будет большой, и потом маленький. Тоже интересный эффект получается. Так, opacity выкрутилась аж на 200. Возьму 50. Так, все-таки дорисую этот эффект. Тут он у нас будет сужаться. Вот сначала он будет большой, потом с средней кнопкой мыши он уменьшается. Нажимаем Escape и выходим. Так получается, веточки намного реалистичнее. Можно добавить еще, например, такие эффектики. Когда вначале у нас большой радиус и к низу сужается, ну так листик выглядит более реалистичнее и интереснее.
Так у нас Opacity вообще крутится своим образом. Наверное, потому что у меня сейчас запущен еще стрим, и 3D Code немного лагает. То есть немного надо следить за тем, как у вас Opacity. Оно может нечаянно поменять свою насыщенность. А меняем режим на кисточку. И можно немного пройтись. Transparency уменьшить. И немного пройтись на тех деталях, где у меня получилось opacity очень ярким. Ну все, в принципе, я с листочком закончила. Хотя можно еще добавить сейчас немного ярких бликов. Буквально совсем немного. Opacity мне нужно вообще на 20 снести. Кисточку взять мягкую. И пройтись по прожилкам. То есть лист он же неравномерно зеленый, у него есть определенные такие светлые и темные места. Вот и все. Кстати, у details можно еще добавлять либо уменьшать depth opacity. Таким образом, у нас появится bump map, normal map, который мы можем потом перенести в Maya. Так, хорошо, все, с текстурированием мы уже точно закончили. Давайте переносить это все в нашу папку и потом настраивать в Maya. Давайте начнем. Начнем с Lambert 5S. То есть Lambert 5SG у нас отвечает за золотую часть. То есть это у нас будет материал в Maya Gold. Так, и теперь мы возьмем вкладку Texture и откроем вкладку Export. Export здесь, если мы раньше на прошлом уроке использовали All Layers Color, который переносит только цвет, то теперь мы можем взять еще другие карты Normali, Roughness, Metalness и перенести это все в Maya. То есть получается, мы можем начать сначала с цвета All Layers Color. Для этого мы выбираем Lambert 5SG. Нажимаем ОК. Заходим в папку, где мы это все будем сохранять. Можно использовать PSD, можно использовать формат Targa. То есть здесь он у нас использует PSD формат. И назовем Gold Color. Так, теперь нам нужно перенести. Сейчас он это все просчитывает. Нужно немного времени, чтобы у нас в папке появилась текстура. Так, и теперь мне нужно открыть Photoshop и посмотреть, ту ли текстуру, получается, мы получили методом экспорта. Так, перекидываем сюда текстуру. Да, на основе развертки, которую мы делали, у нас запеклось, получается, все наши слои. Но так как мы выбрали только один материал, у нас слои только этого материала перешли. То есть это Gold Details, Gold, можно их отменять, включать, перенастраивать даже здесь, либо можно дополнять. Например, если мы включим умножение, точнее непрозрачность, то у нас еще одни детали появляются.
Ну, это как вариант. То есть, получается, можно отсюда сохранить JPEG. В принципе, color у нас может быть JPEG. Идем дальше. Мы сохранили только цвет. Теперь нам нужно получить металличность, нормали и roughness. То есть это основные карты, которые нам помогут отобразить очень классный материал в других программах. Мы берем roughness, тоже выбираем Lambert 5S, называем это gold roughness. Для того, чтобы мы потом не запутались, где какая карта. Так, можно тоже через Photoshop открыть. Вот, как выглядит roughness. Теперь мы берем, экспортируем металлическую карту. Тоже выбираем Lambert 5SG. Называем это Gold Metal. Вот здесь очень-очень важно правильно называть ваши материалы, чтобы вы потом не запутались, где какой материал для какого кусочка, какая это карта. Идем дальше, экспортируем нормали. Можно выбрать любую из этих вкладок, в принципе, они работают одинаково почти. И берем тоже этот материал. Называем это Normal Map. Так, проверяем. И давайте сейчас посмотрим, как они у нас выглядят. Карта металла и карта нормалей. Итого у нас есть цвет, roughness, металл и карта. Есть еще emission мапы, которые передают освещение. То есть это emission карты. Мы можем emission применить на мече, там где у нас синяя сердцевина. Так, давайте теперь откроем Maya и перенесем хотя бы вот эти материалы, которые мы экспортировали. Открою файл, который у нас был на прошлом уроке. Так, у нас получается, мы перенесли сюда только меч, цвет. Теперь мы добавим сюда так, сейчас все прогрузится. Вместо gold материала мы начнем создавать, используя наши карты, определенный шейдер, который будет отображаться схоже, так же, как в 3D-коде. То есть мы открываем Gold, меняем не Lambert. Все-таки в Maya я буду использовать стандарт Surface. Если это в Unity или в Sketchfab, там есть свои материалы, свои шейдеры, которые поддерживают PBR текстуры. В Maya это AI стандарт Surface. Мы открываем Color, выбираем файл. И мы теперь ищем путь до наших текстур. Папка 2, 3D код. И возьмем сейчас сюда Gold Color. Таким образом, у нас появился только цвет. Но цвет это не металличность, не многое другое. То есть сейчас наша ручка выглядит, ну, не как в 3D коде, совершенно. Многие столкнулись с тем, что когда они переносят и создают карту металла, то у нас получается темный материал. В Maya не отображается
Сейчас мы это попробуем исправить. Мы возьмем файл, назначим металл, вот металл, текстуры. И мы сейчас добавим освещение. То есть я буду использовать, как и на прошлых первой аттестации, SkyDome Light. Возьму вместо Color какую-нибудь HDRI текстуру. Можно использовать даже прошлые ваши HDRI текстуры. И нужно включить вкладку освещения. Таким образом, у нас мы уже видим во viewport металличность. Но у нас пока еще нету той шероховатости bump map'а на этих деталях. Поэтому мы сейчас идем в Standard Surface, открываем вкладку геометрия, открываем bump map, открываем файл. И мы берем то, что мы сохранили как normal map. Теперь нужно настроить наш normal map. Мы можем чуть-чуть убрать эти значения, поставить их немного минимальными. Таким образом, мы увидим такой результат. Теперь я выбираю SkyDome Light и добавляю ему Exposure, например. И все, мы, в принципе, видим в Maya наш созданный материал. Еще самое интересное, мы сейчас добавим Roughness. Мы можем использовать вместо Color Specular брать не белый цвет, а файл и нашу карту Roughness. Таким образом, материал теперь отображает где-то ярче, где-то светлее, в зависимости от карты Roughness. И можно использовать силу Specular больше или меньше. Так, теперь перейдем к ручке. Gold мы перенесли. Теперь пойдем за ручкой. Открываем 3D код. Выбираем, по-моему, это у меня Lambert 8. Так, Maya желательно сохранить, потому что сейчас запущено очень много программ. Еще плюс стриминг. И у нас может вполне возможно что-либо слететь. Так, выключаем этот слой. Кажется, 3D код подвис. Поэтому нужно все время сохраняться. Так, у нас, по-моему, это третья версия. Да, у нас открылся. Теперь мы так. У нас Lambert 6. Теперь мы фокусируемся внимание на Lambert 6. То же самое делаем экспорт.
All Layers Color, только теперь мы уже выбираем Lambert 6. Назовем Handle Color. Так, это теперь немного подвиснет. Так, все просчиталось. Теперь экспортируем roughness, тоже Lambert 6. Так, это просчиталось. Берем металлическую карту. И берем обязательно для этой ручки карту нормалии, потому что у нее очень много деталей, которые передают фактуру ее. Так, идем в нашу Maya. Сохраняем 3D код. И в Maya настраиваем нашу ручку. Те же самые действия, то есть мы выбираем AI Standard Surface. Вместо Base Color мы берем Color. Так, мы берем Color, Handle Color. Можно прямо брать PSD, в принципе, это тоже неплохо. Так, берем карту Roughness. И вместо Color мы выбираем файл, который отвечает за Roughness. Так, и мы берем металличность, теперь меняем. Хотя металличность нам тут, в принципе, не очень помогает. Но нам нужно, мне кажется, поработать с roughness. И мы должны взять теперь bump map сюда. Ну, норма. В принципе, неплохо. Сюда мы перенесем только металличность и нормали. Точнее, только normal map. Так, это у меня 7S. И у меня мы добавляли сюда только нормали. Ну, хотя металличность тоже можно взять и roughness. Но сначала мы возьмем нормали. Так, мы берем нормали. И мы берем металличность.
Поменяем это на AI Standard Surface. А мы еще возьмем кое-что интересное. Мы возьмем сюда Emission еще дополнительно. Так, сейчас я возьму main color, по-моему, из прошлых папок. Мы это сохраняли. Ну, хотя, в принципе, новый color не проблема взять из 3D кого-то. Тоже Lambertine. И я еще хочу отдельно теперь один слой сохранить, который отвечает за emission, который у нас по центру. Так, сейчас, когда он сохранит, я зайду в лейеры, скрою все-все-все лейеры, кроме того, который у меня отвечает за свечение вот это, центрального объекта. Второй, думаю, нам нужен. Нам нужен второй и четвертый слой. Остальные мы все слои скрываем. Проверяем, чтобы у меня были открыты только слои, касающиеся вот этого свечения центрального. И теперь я тоже выбираю Texture Export All Layer Color. Мой номер 7, и я назову это main color, но это будет у меня emission. То есть это светящаяся часть. Так, сейчас мы получим эту текстуру и возвращаемся в Maya. Вот у меня есть main color и main emission. Так, сюда мы берем main color, сначала открываем, металличность добавляем, добавляем теперь наш roughness. Roughness мы сюда не сохраняли. Тогда его не трогаем, в принципе. Specular мы идем в нормали. Ну, клинок уже обрел фактуру и стал немного интереснее. И теперь мы еще добавим emission. Здесь это в принципе не отображается, но это влияет при рендере, и это нам пригодится в 3D коде. Ой, не в 3D коде, а в Substance Painter. Ой. Извините, пожалуйста, SketchFab. То есть мы же это все будем переносить в SketchFab. И таким образом я смогу задать ту область, которая у меня будет светиться. И еще emission, так как это у нас текстура, и как она выглядит. Сейчас мы откроем в Photoshop. Она должна быть на прозрачном фоне, и только синие вот эти светящиеся элементы, то есть то, что мы нарисовали. Это можно будет еще применить на наши эффекты, которые мы сделали, но не оттекстурировали их еще. То есть получается, для светящихся деталей мы будем тоже использовать прозрачную текстуру, на которой будут нарисованы своего рода завихрения и перенесенные. Photoshop. Извините. Так, откроем вот этот.
И, в общем, на вот эти объекты мы можем назначить те светящиеся детали. Пока он открывается. Я сейчас это разверну на 90 градусов. Таким образом, у меня тут появляются завихрения. Можно их нарисовать отдельно, можно использовать наши мишины. То есть это не сильно принципиально. Так нужно ему добавить наш Arnold Opacview. И, скорее всего, лучше взять стандарт Surface материал. И мы сюда Base Color уберем. И вместо Transmission мы добавим текстуру. Хотя ламбер тоже подходит, но его немного плохо видно. Зато это будет хорошо видно в 3D-коуте. Нам главное получить прозрачную текстуру. Текстуру с прозрачными краями и правильно распределить развертку. То есть получается вот наш эффект emission. Тоже пойдем примерно вот в этот край. Так, у нас здесь где-то еще была бабочка, то есть текстуру бабочки можно тоже использовать прозрачную. То есть PNG-файлы можно применять для того, чтобы не моделировать какие-то объекты. В принципе, можно для бабочки создать еще раз plane, увеличить его, уменьшить количество дивизионов. Вот она, моя бабочка. Сюда назначу новый материал. Пусть тоже будет пока ламберт. Открываем UV.
Ну, с прозрачностью в Maya, конечно, немного сложнее. Если мы возьмем сейчас и другой движок. В Sketchfab это должно отобразиться как прозрачность. То есть сейчас мы просто пока это оставим. В принципе, мы перенесли все объекты сюда. И теперь мы можем закрыть 3D-код. И загрузить пока то, что есть на Sketchfab. У нас осталось полчаса, и на Sketchfab тоже есть определенный алгоритм, как настраивать текстуры. Я выбираю все компоненты, которые я хочу экспортировать в Sketchfab. Возьму все кусочки. Сохранюсь. SketchFab экспортировать через FBX формат. Я выбираю Export Selection, выбираю формат FBX. Закину, скорее всего, свой FBX там, где у меня хранятся текстуры. И начнем заливать. А, мы листик забыли. Ну ладно. Не так критично. Потом, если что, можно обновить модель и отредактировать. Закрою Photoshop и открою свою модель. То есть вы подписываете, даете какое-то описание. Если вы используете референсы авторов, то желательно указывать имя автора, кого, ну, как бы благодарить за то, что вы использовали в качестве референса определенного художника. То есть это этично будет. То есть можно. Это как кавер на определенную песню. То есть всегда нужно указывать автора. Но я сейчас пока тестово загружу, чтобы просто показать, как это выглядит. Но потом, когда я закончу модель, я думаю, обязательно буду использовать отсылки на арт, который я использовала в качестве референса. Можно выбирать категорию, куда это загружать. Можно. То есть данные теги, они просто помогают вам, чтобы вашу модель увидели большее количество людей. Edit 3D Settings. Точнее, нужно нажать Save and Publish, и после этого можно Edit 3D модели. Тут вы можете выбрать ракурс, при котором будет открываться ваша модель. Так, подбираете определенный ракурс, который вам нравится. Дальше выбираете освещение. То есть здесь используются свои environment. Можно покрутить orientation, brightness. Можно поставить как background, можно использовать только свет. Ну, то есть все зависит от того, как вам самим нравится, как это выглядит. И тут у нас, смотрите, тоже есть материалы, которые мы брали. iStandard Surface это наш gold. Здесь мы выбираем PBR Maps.
Выбираем Base Color, мы выбираем Texture и импортируем сюда текстуры, которые мы будем использовать. Можно прям все скопом открыть. Поэтому удобно, чтобы они правильно назывались. И удобно, чтобы они находились в одной папке, чтобы ничего лишнего не забыть, не забрать. И вот. Начинаем назначать сюда определенные карты. Specular – это у нас Roughness. Также здесь есть Normal Map, можно тоже загрузить. Manage Texture, Gold Normal Map. И мы сюда переносим постепенно для каждого объекта все, что мы хотим настроить. Давайте сейчас пойдем в клинок. Или сначала ручку можно сделать. Так, ищем наш Handle Color. Если что-то не перенеслось сюда, то Photoshop файлы в основном, то нам нужно будет их сохранить. Я опять не тот Photoshop открыла. Быстренько сохраним все фотошопные файлы и закинем. Так, что мы еще мы Color и Color Emission тоже должны будем пересохранить. Прозрачные файлы обязательно нужно сохранять в формате PNG, для того, чтобы у него сохранилась альфа-каналы в текстуре. Gold color мы сохранили, handle, main color. Да, main color мы тоже сохранили. Так, импортируем еще одни текстуры. Можно сортировка по дате. Так, мы сейчас настраиваем нашу ручку. Выбираем. Так, тут Handle Color выглядит лучше, чем... Здесь. Значит, у нас что-то со слоями. Когда мы сохраняем, нужно будет сделать что-то ярче, что-то темнее. Можно сделать умножение.
Да, вот теперь все вернулось на свои места. Металличность. Хэндл металл. Roughness. И нормали. Здесь нормал мак тоже нужен. Вот. Таким образом уже гораздо лучше выглядят наши объекты. Также можно кликнуть на какой-либо объект и открыть материал этого объекта. Сюда мы назначим бабочку. И здесь нужно будет обязательно включить opacity. Вот. И здесь у нас бабочка просто очень-очень классно получилась. Потому что здесь есть тоже свои алгоритмы, которые дают, распознают альфа-канал в текстуре и обрезают по краям. На самом деле это не объект, а просто два плейна. И все очень красиво смотрится. Тут мы сейчас будем использовать emission. Тоже возьмем base color, возьмем наш металл, возьмем opacity, включим, будем использовать тот же метод. Ну, правда, текстура должна быть намного аккуратнее, детализированнее, но суть передается. То есть получается, с помощью того, что мы используем полупрозрачные материалы, появляется такой эффект. И сюда же мы добавим emission. То есть можно использовать яркость, если мы свет немного пригасим, то текстура будет давать свечение. За это и отвечает emission. Также можно emission использовать цвет текстуры. И вот, у нас получился такой магический эффект. Просто одной текстурой, самым простым объектом. И нам не нужно моделировать эти завихрения. То есть, ну, теперь, чем больше деталей вы добавляете, тем красивее это смотрится. В принципе, как и везде. Сохраняем вид. Давайте теперь настроим этот объект. Тоже выбираем Base Color, Texture, Manager Texture, наш Main Color. Save. Так, металличность дадим ему. Так, проверим, тот ли у меня используется файл. Так, main part metal. Нормали нам нужно. Нам нужен roughness. А, у нас здесь нет roughness. Но нам нужны нормали. Что-то не особо видно. Можно менять настройки. И теперь мы сюда добавим emission. И мы будем использовать текстуру отдельную, которая у нас emission. Main color emission. Но нам нужно... сделать ее более аккуратнее, мне кажется.
Основные детали мы покрыли. Есть ли у вас вопросы какие-либо? Все ли понятно? Не осталось ли таких больших недочетов по текстурам? То есть хватает ли вам материала для того, чтобы вы закончили ваши проекты и добились хорошего результата в максимальной схожести с референсом, который вы используете? Если вопросов нет, то, в принципе, у меня на сегодня все. Мне остается только вручную прорисовать детали и немного детализировать клинок в обратную сторону. То есть можно просто сдублировать, поправить UV у объекта. То есть как мы это можем сделать? Мы это можем сделать в Maya перед тем, как перекидывать это в 3D-ко... SketchUp, мы можем немного поправить UV, то есть сдвинуть это сюда же. Но это нужно обязательно делать перед тем, как экспортировать уже SketchUp. Так, вопросов нет. В принципе, у меня на сегодня все. Всем спасибо за внимание. До свидания.